Что ж, бандиты, здорово. Сейчас мы так немножко расскажем охуительную историю про метро Exodus от наших украинских разработчиков. Конечно же, перед этим всем мы послушаем гимн Украины, блядь. Просто я не могу, блядь. Хотя украинцы усмехнется Ля! Ладно, давайте продолжим дальше. Типа, что ж, у нас началось все с того, что у меня сгорела жопа. Сейчас, подождите, я... А, хотя, что я буду менять? Сейчас, мы, короче, вот просто вы сами сгорите нахуй. Как можно купить себе, блядь, как можно купить себе баллы, короче, охуенно. Вот. Дают вам 35 лямов, что вы делаете? Обновление игры, блядь, фикс багов, блядь, хуй, блядь. Обновление нормально, ну, движок там-то делать. Не-не-не-не-не, сейчас мы посмотрим, что мы, блядь, братья украинцы, зробим, блядь. Что мы, блядь, зробим? Давайте, блядь, подивимся, блядь. Inspired, блядь. Best game. Ча-ча-ча, блядь, стоп. Big challenging and beautiful. Destructoid. Хорошо, отлично, дальше, погнали, блядь. Что там дальше у нас интересно? Brutal Dark and Unforgiving, I love it. О май гад, блядь. Кто это? ВГ? ВГ? Кто, блядь? Кто это, блядь? ВГ-247, кто это, сука, блядь? Что это за говно, блядь? Его здесь нет на Википедии, иди нахуй тогда, что ты тут делаешь? Иди нахуй, блядь. Дальше погнали, смотри, что тут у нас интересно. Что тут у нас такое интересненькое? Крипи, виски, типа анимации, как в игре, но их не было. Feel like classic метро. Хорошо, согласен. Неплохо. Хороший отзыв. Давайте дальше. Стоп, я не успел, блядь, что ты спешишь, блядь? Так быстро хотели, блядь, за минуту купить все отзывы. It's a stunning. Stunning Game, Котаку, я вообще хз кто это. Ладно, похуй, погнали дальше. Я потом напишу эту фигничку, типа, это ж интересно, да. Кто там, что? I need to play this right now, да, особенности такой, типа, пацаны, давайте уже, покупайте, уже похуй, покупайте, 845 гривен, блядь, по скидке, давайте купим, блядь. Я уже купил, поиграл, интересно, но что тут... Прогресс, блядь, который должен быть, блядь, вроде его что-то не видно, нахуй. Упок. Very interesting. Metro Exodus, Journey Beyond. Very interesting. Ну, видно, что на зарубежных ребят, конечно же, ну, мы ж не зарубежные ребята. Мы ж не зарубежные, блядь, ребята. Что мы тут видим, блядь? Вот ты охуеваешь. Что ж мы тут, блядь, видим? Ну, нахуй да, я этот видос весь, что ли, буду смотреть? Нахуй мне весь видос смотреть, блядь? Что ж мы, блядь, тут видим, а, блядь? Давайте посмотрим, что тут такое интересное. Такой прыгаешь, блядь, бежишь, такой... А что это такое? А это 35 миллионов, блядь! 35 миллионов, что нормально. Я, конечно, игру не обсыраю, но просто у меня немножко сгорело, типа, блядь, что там... Что нахуй за хуета? Типа, ну, как, что произошло? А потом ты такой, блядь, играешь, ну, уже 5 дней прошло, ты уже прошел игру, а потом такой, защиту игры, метро Экзоду взломали хакеры, блядь. Когда трейлер вышел, а ну, сука. А, ну это 15... блядь, а чё за хуйня? Стоп, подождите, я не понял. 1947 просмотров? Что, блядь? Не смешите, блядь. Что это за хуйня? Почему, блядь? 1947 просмотров в YouTube. Ты чё, ёбнулся? Ты шо, рофлишь, блядь? Ебать. Что ж у нас тут сделали? Иди нахуй, реклама. Группа хакеров CPY удалось взломать DNU 5.6. Конечно, уже давно. Это уже не актуально, но все же, блядь. Немножко хули, обзор же игры, блядь. Все охуенно. Так, ну, мы начинаем, конечно же, все с хуевого, а потом, может, как-то оближем ее. В пост...
апокалиптической игре Metro Exodus DRM защита в шутере смогла продержаться всего 5 дней, блядь. В то время как для взлома аналогичной системы в Resident Evil 2 ремейк понадобилось 6 дней, блядь. Ой, ёх твою мать, вот это прогресс, блядь. Прогресс, сука, блядь. Одна игра, блядь, 1600 гривен, блядь, другая 845. То бишь, блядь, если у тебя цена, блядь, в 2 раза больше, чем у метро, то... Блять, продление защиты твоей игры увеличится на один день. Охуеть, блять, вот это заебись, чётко, конечно. Что этот долбоёб несёт, конечно. Ну что ж, у нас все тут вроде интересно, хорошо, все, мы уже такие угомонили свои жопы, все поскачивали, блять, пираток. Что у нас по баллам там? Все интересно. Я смотрю, тут нормальные баллы стоят, все хорошо. Что ж такое, в чем проблема, блять, обновления, может, какие-то? Может, тут где-то есть обновление, блядь? Тут написано обновление чего-то. Мне кажется, их нет, блядь. Тут ничего нет, блядь. Бесполезная площадка, блядь. Есть обновления какие-то, ебать его в рот. Установить, блядь, заново устанавливать все нахуй. Ну да, хули, я ж удалил игру, блядь. Как только ее прошел, сразу же ее удалил. Потому что, ну, нахуй мне держать, сколько там, блядь, 30 гигабайт. Но, по сути, на самом деле, мне кажется... 15 гигабайт просто кто-то спиздил. Вот мне кажется, Epic Games спиздил, либо из-за того, что у меня нет Gold какой-то там, блядь, подписки на, не знаю, на один месяц, блядь, в одиночной игре. И по сути, из-за этого в игре игра с багами, игра там почти контента нет, по сути. 10 часов, блядь, прохождения, спасибо. Не, ну я на самом деле уважаю разработчиков, что они добились такого успеха, таких масштабов, но все же... Якобы, ну, вам дали бюджет, вы можете обновлять игру, добавлять контент, DLC и прочее дерьмо. Вы можете это делать. Прошло, блядь, сколько дней прошло? Так, сейчас мы будем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блядь, как дальше? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 дней, блядь, прошло, ёбаный в рот, где контент, сука. Делаем, делаем, хорошо, сделаю, блядь, через 2 месяца, блядь, еще один обзор, блядь, игры. Ну, может, реально, там ребята вспомнят, что можно ее немножко подлатать, обновить и вообще облизать, а не, блядь, делать по Шурику даже, блядь, трейлер на минуту, блядь, на минуту, сука, трейлер, блядь. На минуту, блядь, на минуту ты трейлер делаешь, блядь, что ее все типа якобы похвалили. Вы, блядь, хуже, чем Activision, ребят. Ну, не смешите, не позорьте, блядь. Вам еще далеко до Activision, блядь. Не надо так делать. Вы же вот, блядь, уже обосрались. Первый абсыр, блядь. Сколько там прошло? 5 дней, блядь. Все, нахуй. Просто гимн Украины, Украина и просто еще не вмерло, блядь. Ну. Как вообще можно до такого додуматься? Я вообще не понимаю, блядь. Что еще можно сказать? Сюжет, да, хорошо, все. Сюжет хороший, да. В основном, я так понял, блядь, метро, Exodus, это по сути все остальные части по такой же, ну, длительность там не особо различается. Где-то ты ее за 6 проходишь метро, из серии метро всей. Какую-то за 6, какую-то за 8, это за 10. Может, следующая будет за 12, типа, все нормально. Типа, сюжет все охуенно, но мимика лица хуевая там, по сути. Вообще, блядь, ну, оно в так даже не входит. Ну, может быть, я не... Может, я хуевый эксперт, это всего лишь критика, и я имею право, блядь, критиковать, так как я купил всю игру, блядь, за 845 гривен. Ну, то ничего страшного. Что ж, ну, блядь, месяца два, я думаю, должно хватить, чтобы что-то там подкорректировать, как говорится, контур карандашом, блядь. Довести, блядь, не знаю, маркером, еще, блядь, подвести маркером, там, блядь, ну, не знаю, подлатать, что ли, ну, зачем, и вправду, если вас уже взломали, то нахуй вообще что-то обновлять, вы получили бабки, типа, нечего, может, какая-то интересная там игра, можно зайти еще на сайт, посмотреть, блядь, что там вообще интересное у нас, может, еще выйти, metrogame.com, а, походу, взломали, блядь, сайт еще, пиздец, блядь. Все уже взломали, блядь, я понял. Так что теперь делать, блядь? Игра от разработчиков в метро. Исход. Игра от разработчиков. Там что-то должно, блядь, выйти от разработчиков метро Exodus. А что, блядь, я не знаю. Какая-то мультиплеерная хуета, что ли?
Я хуй знает. Вот. Foya Games, бла-бла-бла. Ничего нету. То бишь, по сути, игра получила дату... Что? Это когда было? 20... А, это 27... Это старая, вообще не актуальная тоже хуета. По сути, как я и видос записываю, не актуальный. Уже сейчас. Что ж тут вообще, он на Канобу, блядь, 6,8. Даже в трейлере нету, блядь... По сути, этих, блядь, как его нахуй? Комментаторов, по сути. По сути, да, такие есть, блядь, че его ебать. Вот, русскоязычные издания, блядь. В трейлере хоть один, блядь, был показан, блядь? Нет, конечно, блядь. Кто же вы, блядь? Типа, блядь, понаставляли хорошие рейтинги, типа, якобы поддержать типово. А им же похуй, они выпускают трейлер, блядь, на минуту, короче, блядь, с... Какими-то там, нахуй, непонятными вообще типами вообще, блядь, даже, наверное, блядь, которые даже не играли, блядь, в игру и вообще, ну, хуй поиграют, потому что им, у них времени нет, они просто, ну, бизнесом занимаются, деньги зарабатывают. Какая, нахуй, им нужна ваша игра, блядь? Им вообще похуй, блядь. Пиздец. Просто там какая-то шишка, которая, блядь, не знаю, в Taken, блядь, поиграла, наверное, блядь, 100%. И все, блядь, и, ну, в одну игру, блядь, то бишь, я говорю, похуй какая-то, блядь. Не знаю, нахуй, Dota 2, блядь, CSGO, просто в одну игру поиграл, все, блядь, даем ему, блядь, право голоса, он вам скажет, что это охуенная игра, блядь, и все, и пизда, и все, блядь, пойдут покупать. Я в ахуе, короче, ну, в общем, не знаю, ребят, 50 на 50 рекомендовать эту игру, ну, для прохождения, естественно, можно, как раз ее взломали, блядь, никто не будет покупать ее, всем похуй, блядь, ну, 100%. Только American People будет покупать This is a game. И все, по сути. Ну, что еще говорить? Тут немножко у меня пригорело. Ну, можно было что-то сделать вообще. Ну, можно было. Да хуя чего можно было сделать. Ну, просто ребята и так, наверное, без выходных хуярили. Я там почитал, я где-то прочитал. Где я что интересное прочитал еще, да. Что мне еще, блядь, понравилось? Так, где у нас тут написано, блядь? Там, блядь, что-то было написано про то, что в Киеве работало столько-то, блядь, людей, а в... А, вот. Над игрой работало два офиса украинской компании 4FU Games, около 80 человек в киевском офисе и 70 человек в офисе на Мальте. То бишь, 70 человек на Мальте отдыхало, блядь, им было поебать вообще, а 80 человек работало, блядь, без выходных 5 лет над игрой или сколько там. Ну, я не помню, блядь, уже какой-то, нахуй, разрыв между годами, блядь. Я уже потерялся, я уже хочу просто, нахуй, повеситься, нахуй. Просто повеситься, хуям. Ну что ж, всем спасибо, кто пришел, посмотрел этот обзор охуевший до конца, блядь. Обязательно надо досмотреть до конца. Поставить лайкос, подписаться на канал, соответственно, следить за новостями и вообще, ну, не вестись на какую-то хуйню. Ну, метро это не хуйня, но... из-за, блядь, того, что им дали, как говорится, баблашку, они ее, блядь, соответственно, охуенно использовали, молодцы, блядь, надеемся, что, сука, через 2 месяца мы увидим какой-то, блядь, апдейт. Я, если что, сейчас прочекаю Metro Exodus, банально просто вот веду сейчас, Metro Exodus обновление есть 26-го апдейт, смотрим, есть все-таки обновление. Описание обновления. Проверить можно в главном меню. Общее улучшение стабильности, улучшение производительности интегрированных видеокартах, общее улучшение отзывчивости управления, исправлены некоторые проблемы системы сохранения. О, отлично, исправлены другие ошибки. Охуенно. Что еще было? Ага. Когда уже игру взломали, там обновления пошли, нормально. Не, ну... Молодцы, все, все нормально, все, нет доебов, молодцы, обновили, все хорошо, спасибо, удачи, да-да, спасибо. Ну, трейлер, конечно, ну, это пиздец, сгорело. Что ж, я думаю, возможно, я еще ее перепройду, я думаю, уже она не вылазит там в ошибках, надо посмотреть еще, что там с топом. С топом в Твиче, блядь, вообще, она еще жива, актуальна. Так. Метро, блядь. Ну да, должна еще быть актуальна он, блядь. 76 тысяч какой-то обоссыш играет, блядь. Бесполезный, нахуй. Просто, блядь, Hardplay Channel Game, блядь. Просто, ну, бесполезный хуесос. Такой же, ну, не лучше, чем я, блядь. Не хуже, чем я, блядь. Ну,
Я просто завидую 100%, и мое мнение не имеет места здесь быть, так как у человека 76 тысяч зрителей на канале и 1 000 000 подписчиков на канале. Да, это просто низкий флекс. Прям жесткий, прям вообще такой же спасатель Малибу. Там интересный, блядь, контент. Просто я чувствую, что я таким же буду 100%. Только у меня не будет 76 тысяч зрителей, у меня будет зрителей, ну, может, 10 в такие года, в 30 лет, да. И буду я радоваться жизни, так как я никого не смог купить, да, сорян. Ну что ж, с Metro Exodus мы, по сути, разобрались. Покупать на свой страх и риск, по сути. История хорошая, да, но, допустим, если вы прям пиздец, человек, который любит доебываться, там, с каким-то, блядь, мелочам, вы понимаете, что... Блядь, 845 гривен вы не хотите про... Блядь, провтыкивать просто так, типа, по сути, я не знаю, что, блядь, рекомендовать. Типа, что лучше вообще в 2019 году можно купить, блядь. По сути, я не знаю. Вот реально не знаю, что вам посоветовать. Что лучше, я вот просто даже ради рофла еще веду игры, блядь, 2019 года просто. Что вам, блядь, посоветовать, интересно. Тысячу, вот сейчас смотрим, 1500, 3000 вроде рублей, если я не ошибаюсь, 2000 рублей, 3000 рублей, по сути, тоже бесполезная хуйня. Ну, по сути, здесь можно еще, ну, как-никак еще Division можно посмотреть, еще что-то такое мультиплеерное. Вот Azem что-то берет, бьет рекорды по предзаказам. Что еще можно посмотреть, что лучше будет. Если не метро. Типа. Хотя не, на юбиков я не хочу тоже надеяться, в пизду. Не-не-не, идите нахуй, юбики. Ладно, ну что ж, у нас по сути две игры. Даже они, блядь, первые в топе вылазят. Вот две игры, и тут по сути, ну, на данный момент, ну, хотите, покупайте за, блядь, сколько. Ну, я сейчас посмотрю Azem, это у нас... Uplay, Википедия, игра, что это у нас? Многопользовательский шутер от третьего лица, то бишь игра не будет на 10 часов. Игра будет на 200 часов, там, с какими-то, блядь, обновлениями и прочим. Эта игра где-то на 10 часов, на 15, может. Поставит на самую тяжелую сложность, блядь, и прочее, да. Все остальное, ну, не знаю, типа, я вон, блядь, друзьям просто даю, блядь, аккаунт, чтобы они поиграли в Metro Exodus, по сути. Типа, я проебал бабки и... Ну, на самом деле, да, прикольно то, что Epic Games, то бишь, вы можете скинуться, блядь, с ребятами, типа, блядь, бабосика, там, по 200 гривен поскидывались, купили игру, блядь, и между собой, там, даете, блядь. Вы можете сразу одновременно четвером играть, блядь, на одном аккаунте. Это круто. Ну, это единственная еще крутизна, то бишь. Есть еще смысл, можно купить, попробовать. Но на один аккаунт, да. Ну... Что ж, всем спасибо, всем удачи, приходите на канал, блядь, на стримы, смотрите стримы, не смотрите стримы, блядь, можете меня нахуй послать, могу я вас нахуй послать, типа, по сути, не особо важно, типа, все мы, блядь, люди с хорошим мнением, блядь, Foya Games молодцы, 7 из 10 можно поставить ребятам, все, отдыхайте, блядь, там, делайте, блядь, апдейты почаще, спасибо за апдейты, 2 апдейта бесполезные, ну, хорошие апдейты, на самом деле, шучу. Никаких доебов нет, я чисто нафлексил все, что мог. По сути, ничего такого прям сверхсложного мы не нашли. Один баг пофиксили, хорошо, отлично. Апдейт там, версия Epic, бла-бла-бла, Store XE, какие-то, блядь, ошибки. Steam Store тоже, вон, блядь, пофиксили. Молодцы, то, что про Steam не забывайте. Спасибо, все. Всем удачи.